Всем привет, с вами Вифрал, и сегодня мы продолжаем играть в Infinity 2. Всем привет, просмотра, а мы начинаем, и же продолжаем, да. Я решил, что буду делать все-таки, ну, по одному, по два видео по первому взгляду игры, так сказать, тем самым убирая из этого первого взгляда в настоящий плейлист ее. Так сказать, это еще не факт того, что будет продолжаться проходиться эта игра, то, что уже я записал второе видео. Так сказать, это уже видео было уже с некоторым прогрессом. Уже, судя по этому начальному меню, уже видно. Вот все эти точки по центру, это вот исследование. Вот то количество исследований, которые у меня было, которые я сделал все это время. Так сказать, из страниц предыдущей части, там было вообще очень мало точек. А эти штучки по центру, башни, это трофеи. Которые дают, кстати, дают всякие бонусы. Очень прикольные, причем. Так, давайте же посмотрим для начала... Так, видите, здесь вот все. За все время, вот сколько здесь прошло времени. Время игры 26 часов, однако реально время игры 12 часов. Все понятно, из-за чего? Из-за того, что было время ускорено большую часть времени. И давайте посмотрим достижения, что же такое. Просто я еще не трогал их. Закончить 4 туториала. С бумажек, класс. Достижение... Что сделать? Получить звезды на первых 8 уровнях этапа 1. Получить звезды на уровнях этапа 2. И что еще? Скажите 10 врагов менее чем за 1 секунду. 31 враг. Токен навыков. Интересно все здесь. Так. Дальше покажу, что за исследование. Вот, очень много всего интересного. Вот, что я взял за звезды. Да, за звезды. Меня больше всего удивило вот это вот. Скорее всего, что очень крутое. Потому что количество топ-квестов. Плюс один, да. Однако 120 звезд надо потратить на это. Так, я что-то на что-то дайте уже потрачу все это немножечко, того, что у меня есть. Ой, я забыл, точно. А, точно, я же все это время не открывал ничего здесь. 29 ящиков. Открываем первый, получаем. Ого. Это все это время я ничего не открывал. Open case. Смотрим, что у нас в ящиках. И поиграем какой-нибудь один уровень какой-нибудь. В этот раз уже игра будет довольно долгая, хотя, скорее всего, все это ускорю. Ну, буду играть на тройной скорости или на двойной, там. Какие-то опасные моменты будут. Именно на большей скорости. Тут даже периодически будут синие и фиолетовые вещи. Здесь могут быть легендарные и эпические. Ну, пока что... А так у меня еще есть даже эпический кейс. Может быть, из него что-то легендарное выпадет. Может быть. Только их два всего лишь. Вы здесь? Ну, во-первых, ресурсы для улучшений и всего этого. А также для редактора карт, как я вижу. Однако то, чего я упускал, не открывая все эти ящики все это время. Как много зеленых бумажек. Это только все можно прокачать в исследованиях. Это же вообще класс. Хотя, скорее всего, это даже мало, на самом деле. Опытные игроки так и сказали бы. Потому что это все мало. Такс. И последний обычный кейс, и... А теперь приступаем к синим кейсам, которых у нас еще целых... Не 15, а 25, потому что еще 105 ключей можно переделать. Соответственно, редкостью. Одни зеленые самополи. 673 таких фиолетовых, да, в обычной игре это бывало бы долго. Вот этот синий чертеж, по-моему, тоже довольно полезная штука. Так, куча всего... Я вообще не знаю, как это озвучить, потому что здесь очень много всего непонятного и интересного для меня до сих пор. Вот, тут выпало все то же самое почти. Ну вот синий чертеж тот самый, снова, со звездочкой. Он там в исследованиях, по-моему, очень нужен. Или там, по-моему, сразу фиолетовые нужны. Вот, ну-ка, все фиолетовое. Опять, там был платформа, которая повышает количество зарабатываемых денег. Уже почти 100 тысяч бумажек зелен. Давайте, используем. Где-то здесь это все можно использовать. А, прям здесь открывать? Ну, как вы понимаете, эти ключи ничего больше не нужны, только для этого, поэтому здесь будем открывать. Так, с проценты. 5%. А, здесь вообще нет шанса на получение оранжевого. Главное, на фиолетовый, синий, зеленый есть шанс и у зеленого кейса, а тут...
А у синего кейса то на те же самые шансы. Хотя сказать, шансы у вас повышенные. И фиолетовые кейсы. Уже очень редкие. Так, нападает фиолетовый сразу же, однако хотелось бы что-нибудь типическое, так сказать, оранжевое. Вот этот чертёж тоже очень хорош. Можно даже музыку в редакторе карт ставить, а быть какая тебе выпала. Прикольно. Так. Возвращаемся вот сюда, здесь у нас еще есть рефер этого ящика, как много всего выпало. Я ничего не нажимаю, он сам ускоряется. Или не сам. А, видимо, сам ускоряется. Интересно, на редакторе карт можно ли добывать ресурсы? Вот эти самые. И оранжевый. Уже вижу, что оранжевый. Что это? Какая-то база. Еще один. И опять оранжевая. Ой, это что? 17 тысяч с половиной бумажек? У нас есть еще один такой же кейс. Он стоит 120 тысяч целых. Ничего себе. Две оранжевые. Ну, это с этой стройки. Я еще не... А, там даже был шанс на... Легендарный шанс. Ну, и у нас еще что-то там осталось. Вот это вот у нас осталось. Где с чертежами? 50, 48, 50. Как же их много тут. И что это такое? Просто какие-то тайлы разные. Ой, эпические. Ой, точнее, очень редкие. Понятно. Ну, просто открываем и все. Так. И эпический, что же у нас тут? Сквозь палата башни, по-моему, да? Ну вот все, все, открывал. Вообще стоило бы сейчас посидеть так хорошенечко. Стоило бы. Однако я не знаю, на что все это тратить. Вот честно скажу, вот не знаю. А, давайте первое поколение мультистрелы сделаем. Я не знаю, что еще прокачивать, просто не знаю, и все. Ну, наверное, то, что я использую в основном. Вот снайперы хороши. Первое поколение давайте снайпером возьмем, и второе поколение сразу же. Сквозь таки снайпером. Вот он, оранжевый чертеж, что требуется. Смотрите, это урон, наверное. И цена улучшения пониженная. Ну, думаю, нормально. Достаточно всего этого. Дальше я уже сам это потрачу когда-нибудь. Возможно, даже это будет какая-то серия еще. Будет продолжение игры. И у нас тут повышенный опыт. Следующий уровень. Я решил взять уровень с боссом, так сказать, я не проходил его еще, босса не видел. Что будет здесь? Закупаем, да. А. Давайте-то в исследовании хочу возьмем кое-что здесь. Еще одно, чтобы можно было две таскать с собой. И молнию. Мне понравилась молния тем, что она... Теперь давайте урон добавим ей. Количество зарядов. Количество зарядов возьмем, давайте еще. Понравилась она мне тем, то что она стоит единичку всего лишь. То есть я могу за одну единицу энергии, которых у меня всего 10, может быть максимум, пустить молнию. Играем. Уровень довольно-таки интересно выглядит, скажем честно. Ты сейчас кое-чем интересен на этом уровне. Думаю, ты тоже хочешь получить доступ к новому ресурсу. Что ж, это не та идея шутка, о которой я говорил. Ну, что с этим делать? Нам нужно победить нового босса побыстрее. Все это... Его зовут Конструктор, он может сам создавать врагов, попробуй убить его как можно скорее, когда его здоровье падает до 75-50, потом стоят большие группы врагов. На 50-й волне, заказной. Интересно. Конструктор. Я думаю, сейчас сохраню запись, потому что, да, сохраню запись, все дела. Проверю звук. И мы продолжим. Вроде как все нормально со звуком, давайте начинаем. Так, вот тут, вот здесь, я думаю, сразу же поставлю башню, как она называется? Бласт. Да, бласт. Она оглушает врагов, и здесь тоже такую же башню построим. Плыть сквозь саки. О, это хорошо будет. Здесь у нас будет миниган. Будет. Когда-нибудь. А сейчас надо что-нибудь другое поставить, раз нам не хватает. Здесь у нас будет обычная башня. Или же нет. Да будет пускай здесь обычная башня. Музыка будет прикольная пока что. Кстати, да, надо будет после нескольких волн посмотреть, нормально ли эта музыка звучит.
Да уж. Такс. Ну, первые волны, они... Они не... особо не мешают опасности. Здесь он будет миниган, сквозь повод, это там для него место. Для радиус у него подходит для этого. А так у него будет случайная цель будет. Сейчас же лучше его немного, чтобы он доставал получше. Такс. У нас сразу же лезут эти враги, такие вот неприятные. Летающие есть, летающих нету. Да, даже летающие враги есть, если что. Место для снайпера прям таки напрашивается. Случайное. Потому что если не будет случайно, то он будет все время целиться в каких-нибудь передних, их будут уничтожать, и он, так сказать, в итоге не, так и не сделает выстрела. Вот здесь снайперы. Потому что случайная цель, пускай, такой... Уровень очень огромный, вот прям, такие, можно прям-таки так застроиться, что вот... Вот здесь поставим вот таких вот мультистрелов, которые прям-таки мне очень понравились, когда я первый их увидел. Это как дробовик, он стреляет прям по 5 пуль одновременно. Однако он не атакует вообще оранжевых противников. Особо совсем. Тем временем уже 15-я волна. Чего? Уже 15-я волна. Вообще, я думаю, использовать как можно больше различных башен, именно разных. На таком уровне там. Да и как для видео тоже. Потому что вот здесь прям таки... Игра прям напрашивается на это. Потому что здесь очень много мест для... Здесь я теперь беру отскок всеми. Там все не беру отскок, потому что это очень полезно. Против топа врагов. Миниган нас уже... Уже совсем уже раскачался, как я вижу. Здесь я пробивание насквозь беру, потому что здесь там таки... Такая идеальная линия прям для него, чтобы пробивать насквозь. Да и вообще, уже... Стоп, несколько волн прошло, я должен проверить звук. Я сделал чуточку тише, прям совсем чуточку тише, потому что как мне показалось. Давайте замедлим все некоторое время, чтобы построить хоть что-нибудь. Потому что у нас тут уже некоторые проблемы начинаются. Проблема в плане, что у нас полно денег. Здесь я беру почти всегда, пробивая насквозь первое, это чтобы насквозь стрелял. Так, здесь что-нибудь взять. Обычные тоже, потому что обычные башни тоже полезные, вот, серьезно. Здесь вот снайпер. Такой точки. Здесь тоже снайпер поставим, потому что здесь очень мало мест для снайперов. Здесь я беру центральный, чтобы чаще атаковал, тем самым чаще оглушал. Первое я не беру, потому что да оно повышает шанс оглушения. Причем там вот эти хорошо повышает шанс оглушения. Но при этом, да, при этом оно... Как это можно как-то сказать? Замедляет его скорость атаки, тем самым он не так часто это делает, то, что он делает, оглушает. Думаю, пора ускориться обратно. Так. По башням вроде бы... Не, вот здесь тоже давайте снайпера поставим. Получение цели, разумеется. Не, да, а чтобы оставалось несколько, кто будет атаковать переднюю будет несколько. Чтобы не было такого, что у вас там кто-то почти прошел, а снайпер атакует не его, а кого-то случайного. Здесь тоже снайпер. Так, здесь. Мультистрел пускай будет. Здесь, так сказать, последняя линия этого бласт будет. И здесь тоже снайпер. Слишком много снайперов. Тебя подадим. Погоди-ка, нет, тебя обернем, потому что я же поставил прям как раз на тот самый место, где сквозь атаки, чтобы он чаще атаковал. А здесь у нас будет... Сплэш? Думаю, сплэш. А теперь давайте прокачивать все башни. Я вообще хотел бы развить себе еще эту экономику, точнее не экономику, а все эти вот такие ресурсы для улучшения. Вот. Давайте поговорим о майнерах. Так, майнеры, кто-то добывает эти ресурсы, которые нужны для исследований. Да, вам надо жертвовать деньги. Ну, вместо того, чтобы строить башню и улучшать их, вам приходится жертвовать деньги на то, чтобы строить их. Да, в этом большая проблема. Так. Пора улучшаться, мне кажется. На второй уровень всех. Хотя бы. Вот фриз, вот замедлялка, у меня вообще никак... В исследованиях я вообще никак ее не улучшал. Абсолютно. Поэтому у нее улучшение вообще ноль. Ну, сами видите, всего лишь-то.
Пустые пацаны вон к врагам пускай будет. Чтобы сказать, это будет довольно-таки хороший плюс. То, что всем будет урон наносить больше. Кто в радиусе будет. Сразу лучше на третью уровень, потому что и забудем этой башни, потому что мы ее никак больше не прокачаем. Возможно, к сожалению, понятия не имею, к сожалению, или... Так, слушай, что на 50 волне будет босс. Готовимся. У тебя есть несколько волн, чтобы готовиться перед боссом. Помни, он может дать новых врагов. Да понял я это уже. У меня тут так все выстрелено уже. Да, то, что он создает... Ну, так, давай замедлим пока что. О, вот следующая волна уже босс. Это уже так хорошо видно. Давайте же посмотрим этого босса. Конструктор. Очень медленный. Соответственно, неуязвимый создает врагов каждые 5 секунд на первой плане пути. Также создает группу врагов, когда хп... Очки здоровья падают до 75%, 50% и до 75%. Это осколки возьмем. Тут давайте урон возьмем, пускай. А, вообще случайных врагов создает. По-моему, миниганы так хорошо справляются с ним, видимо, потому что они прям на него нацелились и не уходят с него. До сих пор они его просто прижимают. Здесь давайте насквозь пускай. Не, мы слишком сильно. Здесь насквозь пускай, блядь. Здесь прям такая идеальная линия, прям напрашивается на это. Не, ну босса не было шансов, сами видите. Что, все? Миниган, давай. Снова неуязвимый включил. Плюс 50 монет, серьезно, ничего для вызова следующей волны было. Должен признать, я впечатлен. Наступило время для нас открыть новый ресурс. Тенсор. Заканчивается работа быстрее за исследованием. Так, я понял, тенсор это следующий ресурс, который можно добавить. Скорее всего, это оранжевый. Да, потому что мы для этого уже не открыты, уже для этого исследования. Следующий оранжевый. Но мы здесь еще не закончили. И давайте вот хоть что построим для этого, для добычи. Хоть что-то вот реальное. А то вот я вот тут играю, а ничего не добываю совсем. Так, вот здесь. Да, проблема в том, что они с каждым построенным, цена на них увеличивается. Так они еще нужно время для установки, то есть они минуту еще устанавливаются. То есть минуту они вообще ничего не добывают, вот, а слово совсем. А только уже потом добывают. Так. Фиолетовых у меня больше нету, поэтому остается зеленого и все. Насквозь стреляй здесь. Не, ну уровень просто обалденный, потому что здесь такой полет фантазии просто огромный. Тут так можно выстроиться. И кто пускай насквозь стреляет. Кстати, чтобы он сразу тут в основном именно толпы врагов проходит, а не маленькое количество сильных. Миниган, он слаб против таких именно толстых врагов, оранжевый слаб. Это даже написано у него самого, то что у него 50... Ну там, в цифрах этих самых, то что вот, когда ставишь башню, можно посмотреть, против кого она хороша, и там у него указано, что против этих квадратов он слаб, против этих оранжевых. Там всего лишь 25, по-моему, единиц. Постепенно прокачиваем. Майнеры я прокачать не буду, потому что сейчас мы уже очень далеко дошли, и сейчас прям-таки нужно именно башни так развивать хорошенечко. А майнеры, улучшение майнеров прям-таки очень много стоит. Ну, 185, а у след другого оно еще сильнее повысится после прокачки. То есть я прокачаю один, а цена повысится еще у второго, увеличится. Найс. Да и врагов все больше и больше, поэтому сейчас надо прям-таки так хорошенько прокачиваться. Не обращай внимания на эти майнеры. Вообще майнеры надо ставить как можно быстрее, чтобы они как можно больше заработали ресурсов, как я, так. Это моя логика. Возможно, она неправильная. Хотя, скорее всего, она правильная, потому что если вы поставите их, например, в конце, они ничего добыть не успеют толком. Да, видно, что некоторые башни вообще не атакуют. Мне кажется, что это бессмысленно, однако это... Да, заготовка. Ну, как я понимаю эту заготовку. И вот эта часть... В это видео должно быть намного эпичнее, чем какое-то там первое видео по этой игре. Потому что первое видео вообще ничего не было, только мне. Прошли только туториалы там и... Так, ну и... Первый уровень, нет туториала. Так, это не проблема. В конце у нас нет ни одной голубой обычной башни.
Поэтому, да. В основном, самые обычные враги, самые обычные вот эти вот, они, им ничего не могут сделать. Почти. Так, миниганы хороши против этих вот противников, которые увеличивают защиту врагам и уже лечат их. Башня взрыв тоже максимум прокачана. Интересно. Интересная тенденция развития. Так, внизу еще третий уни, точнее, первые, точнее, вторые. Надо их развить побыстрее. Так, все развил. Не, ну босс интересный, однако... Тут такой уровень, который может так построиться. Так, вот здесь проходить собираются, да? Замочим всех просто и все. Да. Так, стена огня. Пускай все загорятся. Погоди-ка, мне показалось, либо этим чувакам, этим, то лечится, им вообще все равно было. Так, замеримся. Мне надо всех, мне надо прокачать кого-нибудь. А кого-то это всех. Все, деньги кончились. Мы проиграли, да? Облако яда давайте сюда. Сам же молнию взял, давай уходить ее. Сам же молнию в начале видео улучшал, так вот именно, так усиленно, так. Сам же не использую. Здесь надо заморозку использовать. Сейчас прокачу снайперов срочно, потому что... Ну вот видите, снайперы, которые стоят по случайным целям, они вообще игнорируют тех, в основном, кто в конце, практически, и стреляют по следующей волне. Погоди-ка, а следующую волну я сам вызвал, что ли? То есть, я сам себя за... Какая волна? 80-я волна? По-моему, так далеко в этой игре вообще не заходил еще. По волнам. Однако такой уровень здесь. Вот его снайпер прокачаем. Энергия у нас до молнии успеет зарядиться, до молнии. Однако она, возможно, ударит в основном тех, кто в начале. Да. И вообще всеми способами надо как-то их уничтожать. Урон, срочно. Пока не поздно, да? Себя тоже. Все очень напряженно в такие моменты. И музыка такая прикольная. Вот. Мне нравится такая музыка, особенно музыка. Вот. Ну вот сами видели, вот доходят те, у кого жизни вообще на волоске. Вот видите, красное здоровье вообще. Ну, вот. И они доходят. Вот это самый неприятный момент. Так. Также на четвертом туториале, который вы не видели у меня, потому что он открывается так, когда открывает свой первый майнер. Я увидел весь потенциал башен, до которого они могут развиться. Если, конечно же, это не какая-то там взломанная башня была. Потому что там синяя башня, вот эта вот, самая обычная башня. Она такое творила. О, мы пережили еще одну волну. Точнее, 80... Видите, волны 81 написаны. Мы победим. А, уже 83 волна идет. Не случайно я первый атакую себе теперь. Пускай атакую себе передний пока что. Однако уже поздно. Или же нет. Его оглушили, Серёга, там одного последнего оглушили, и поэтому успели победить его. Не, ну это уже точно конец, потому что вот это они уже никак не пробьют. И вот эти вот еще кубики, вот эти голубые, которые вот... Вот эти ауры, они повышают защиту всем. У меня капец много денег, я не трачу их. Молодец, все, денег нету. Динь-динь-динь-динь, все. Джим-джим-джим просто. И куча всего, просто куча. И всего лишь 9000. Однако, когда-то для меня это было прям-таки много. 9000 за прохождение у меня. А сейчас я подкрывал все эти ящики, которые у нас были. Кстати, еще ящики. Давайте их подкрываем. Тут можно посмотреть, за что я получил, что-либо получил, такой квест, что получил, да. Вот видите, всего лишь 117 штук добыли мои майнеры. 27 таких, 117 таких, 200 таких. Всего лишь там. С ящиков я получил просто целую тучу. Как вы помните. Также я видел уже принцип работы в этой башне, в этой вот, синей, вот да, там дальше открывается на за прохождение 4.4 уровня. Но она нарисована не на 4.5, однако она откроется на 4.4, откроется. На уровне 3B1, так сказать, бонус.
Она очень крутая, мне очень понравилась. Мне очень понравилась, она как бы мне... Вы этого не видели, но мне очень понравилось, да. Кроме это, конечно же. Так. Вот с ума сойти, сколько у меня всего теперь. Что это такого, такая вот? Зачем для врагов? А, она дает кучу бонусов изначально. Это тоже. Ну, интересно все это тут, короче. А так, я думаю, на этом это вот вторая пробная серия этой игры заканчивается. Погодите. Достижение, то, что я пошел все эти уровни, 3 звезды, да. Да. И еще до Федерал Сундук. Игра не отпускает. Давайте их откроем. Ничего оранжевого. И легендарочка. Крутая легендарочка. Просто обалдеть. О, она даже сияет, смотрите, даже сияет. Однако мне надо еще целых 6 ключей для этого. Играл я, кстати, до этого 16 дней. Это 16 день, если что. Так, чисто к слову. Оценивайте, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, если вам понравилось. Если вы хотите продолжение этой игры. Именно уровни всего-либо. Какие там башни, улучшения, тесты этих башен и все такое. Спасибо за просмотр. Да, спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. До встречи в следующих сериях любых игр. Возможно, даже этой.